Привет, ребят, с вами Бес, и мы продолжаем играть игры на iPad. Сегодня мы будем играть 8 игр опять-таки, и наши сегодняшние игры будут, ребят, про красного шарика, так что надеюсь, что вам наши сегодняшние игры понравятся, и буду, ребят, ждать ваших лайков. Ну а я сейчас, ребят, давайте-ка прям сразу-таки начну, и первая у нас игра, это у нас игра называется Red Ball 5, то есть красный шарик 5, сейчас мы... Посмотрим, что тут игра из себя представляет. Звук у нас получается на максимуме стоит, так что посмотрим, какая тут звуковое сопровождение будет. Прикольно. Ну, немножко громковато, ну ладно, давайте-ка сделаем мы немножко звук тише. Думаю, вот так будет вполне себе нормально, да? Ну и мы начнем, ребят, с первого уровня. Вот, что тут нам надо делать? Нам просто тут надо... Получается, собирать монетки, да? Да, окей. Собираем, значит, монетки и заходим в дверку. И, в принципе, все. Уровень у нас, ребят, пройден. Все вроде как легко получается. И если мы все эти, получается, монетки будем собирать, то, получается, уровень мы будем проходить и на трешечку. И... От времени, ребят, это тоже зависит, получается. Так, тихо. Нам дается определенное время. Так, стоп, мы пропустили, получается, монетку, не? Да, ребят, получается, вот тут была монетка, но как до него добраться, я, если честно, не знаю. Так, переигрываем. Надеюсь, что тут у нас бесконечно можно будет переиграть. Вот так вот. Отлично, так, чувак, ну давай, прыгай. Ну ты чё, не хочет прям хорошенечко подпрыгивать. Так, ладно, кстати, я по ходу дела понял, как нам надо взять это. Опа, вот так. Да, отлично, и в принципе все. Вот так все легко и просто проходится. Давайте-ка еще один уровень мы сейчас вместе пройдем. Вот так. Ага, там значит еще наверху, да, остается монеточка. Ой, не успел нажать на кнопку. Давайте-ка еще одну попытку сделаем. Есть такое дело. Ага, чекпоинт, скорее всего, да. Опа, собираем монеточки. Тихо. Вот так, еще монеточка вот здесь. Угу, хорошо. И нам надо будет вот этот ящик поставить вот сюда. И вроде как все. Да, уровни, ребят, у нас проходятся очень и очень легко, и получается третий уровень мы тоже прошли на трешечку. Ладно, давайте-ка пойдем дальше. Следующая игра у нас называется Red Ball 3. Вот, и тут на картинке показаны сразу три шарика. Вот, давайте-ка я звук сделаю немножко погромче. Надеюсь, что музычка не будет с авторскими правами. И давайте-ка, ребят, в принципе, начнем с первого уровня. Итак, все, пошли, погнали. Тут нам опять-таки... Так, о, так, стоп, что это? Типа вверх-вниз, а это... А, это меняет, короче, местами. Все, понятно. Так, опа, нам надо бы, ребят, сейчас... золотую звезду взять. Ой, куда это мы упали? Ладно, тут у нас бесконечные жизни, вроде как, я так понимаю. Ну ладно, так, прыжочек. Есть такое дело, все, мы взяли. И сейчас главное прям аккуратно пройти до финиша. Да, ребята, мы это сделали, и уровень у нас пройден. Идем дальше. Так, о, сразу две звезды взяли. И тут... А, еще и там у нас, получается, золотая звезда. Дотянемся? Не? Смотрите, не дотягиваемся почему-то. А если двойной прыжок тут нажать так? Не, ну, тут двойного прыжка, к сожалению, нету, так что этим мы воспользоваться не можем. А если попробуем прям до конца дойти, а потом уже... нажимать, ай, почти, ребят, мы это сделали. Кстати, смотрите, что предлагаю сделать. А если вот так вот будем перепрыгивать, можем? Ну, в принципе, дотягиваться можем, но что-то у нас не получается, да, этого сделать пока что. Давайте-ка еще немножко вот сюда, вот так,
И еще одна попытка. О, да, ребят, мы это сделали. И сейчас остается затащить бревнишко обратно на свое место, чтобы можно было использовать его как мостик. Так, тут, надеюсь, без времени у нас все, да? А то если со временем будет, то, скорее всего, мы, получается, уже проиграли. Так, о, есть такое дело. И еще одну попытку надо сделать. О, есть. Вроде как потихонечку перетащили бревнишко. Ой-ой-ой, не получился. Но, в принципе, мы можем допрыгивать. Так, ой-ой-ой, тихо. Да, допрыгивать мы смогли и, собственно, дошли до финиша. Так, тут осторожно. Главное не упасть. Вот так. И прыжочек. Все. Прошли уровень. Интересно, тут там показывает, насколько звезд мы прошли, не? Не, вроде как ничего не показывает. Ладно, погнали дальше. Следующая игрушка у нас называется Frenzy Red Ball. Типа дружеский красный шарик, да? Или дружба красного шарика. Ну, сейчас посмотрим. Опа. Че это было? Короче, тут нам надо... Тут нам надо сделать прыжки таким образом, чтобы наш красный шарик, ребят, не коснулся ничего. Вот можно... Не, нельзя. Ага, короче, я тут... Что это было? Офигеть. Я тут подумал, что можно как-нибудь все это дело настроить, но оказывается, нельзя. Просто надо присматриваться, что тут да как летает, и прям... вовремя нажать на прыжок. Так, тихо. Опа, есть, получился. Еще разочек, так. Ага, вроде как мы сейчас идем потихонечку на новый рекорд. Ага, хорошо. А так, тут как быть? Тут мы по-любому, хотя не, смотрите, прошли. Ха-ха, прикольно. Так, дождик такой. Опа, еще раз, хорошо. Так, главное вот этих лифтов не коснуться. Вот так. А тут уровень еще прям жестче. Но вроде как получается, ребят. Игра прикольная, но время от времени мы проигрываем хрен его знает от чего. Ладно, давайте-ка еще одну попытку сделаем. Раз, два, три, четыре. Так, пять. Дошли. Так. Шесть. Ай, не получился. Окей. Тут, кстати, можно... А, тут, короче, можно из чекпоинтов начинать. А как чекпоинты-то поставить? Я не знаю. Ну ладно, так. А, короче, тут, смотрите, есть коротенькие эти лезвия, есть и длинные лезвия. Так что надо пройти тогда, когда, собственно, приходит короткое лезвие. Ну ладно, хватит с этой игрой, давайте-ка пойдем дальше. Следующая игра у нас называется Red Ball Legend, да? Окей, легендарный красный шарик. Посмотрим, что у нас будет на этот раз. Так, монеточка не работает. Ну и, о, кто это у нас? Смотрите, какие же прикольные персонажики тут есть у нас. Это обучение? Да, это, скорее всего, обучение у нас. О, еще звезда. Опа, и мы проиграли. Так, играем еще раз. Главное, что до чекпоинта дошли. И тут нам не говорится, сколько у нас тут получается... Ой, тише. Жизни осталось, да? И сколько нам звезд тут нам надо собирать. Ну ладно. Так. Блин, как-то близко друг к другу расположены. Ребята, эти кнопки, это немножко неудобно. Я бы даже сказал, это прям капец как неудобно. Окей. Угу, вот так. Хорошо, тихо. Осторожно. Стараемся не двигаться. Так, и тут... Опа, дракончик. Все, есть такое дело. Так, есть еще один чекпоинт, ребят. Тут нам... А, короче, не надо было коснуться, да, этих шипов. Ну, я про это не знал, сорян. Так, стой. Хорошо. Главное тут не упасть, ребят. И все у нас
двигается как-то плавно, прям очень. Ой, еще и не надо было коснуться этого топора. Так, стой, стой, стой. Это было жестко. Это было прям очень жестко. Ладно, хотя бы давайте-ка этот уровень попробуем проходить. Ну, игра, ребят, прикольная. Но... А, бляха-муха. Но очень трудно его проходить. И немножко неудобное управление, ребят, а? А все остальное, в принципе, нормально. Так. Угу. Ай! Ай-яй-яй, опять вы сдохли. Ладно, давайте-ка пойдем дальше, посмотрим следующие игры. New Red Ball, новый красный шарик. Посмотрим, что этот красный шарик из себя представляет. Ага, кстати, вот в эту игрушечку я вроде как играл. Тут давайте-ка звук немножко потише мы сделаем. Вот так вот. Тут нам что надо сделать? Тут нам надо, короче... собирать золото и спасти нашего возлюбленного, получается. Вот, да? Ага, мы прошли, но не спасли. Не, давайте-ка еще раз сыграем. Для того, чтобы спасти ее, нам просто надо пойти к ней. Ой, вот. И, собственно, коснуться. Ой, тише, тише, тише. Вот у этих красных шариков, ребят, получается, ну, серии игр красных шариков, да, управление немножко неудобное. Вот смотрите, я пытаюсь его остановить, а это у нас не получается. Все, мы спасли его, и она сейчас, по идее, должна присоединиться к нам. Вот. И мы еще можем вот эти монеточки собрать. Все. Пошли, погнали за мной. Давай, давай. Сюда, вот так вот. Ну, давай. Давай, давай, сюда. Что-то она не хочет. Все, вот это прям другое дело. Вот это я понимаю. И еще один уровень. Давайте-ка попробуем проходить, а что нет? Так, тут звезды нам собрать надо осторожно, чтобы мы вдруг не упали. А вот так, пенечек. Что, нам опять-таки предстоит подняться, не? Да, я так понимаю, надо подняться, но на этот раз не так уж и высоко, как в прошлый раз. Так, дальше тут у нас... Ага, вот здесь надо монетки собирать как-нибудь. Вот так. Хорошо, вроде как пока что все на изи получается, только где розовенький шарик, я не знаю. Так, окей, скорее всего... Ну, что это было, я не понял. Пенечек. В чем тут прикол, не знаю. Ладно, идем дальше. Red Ball 4, четвертая часть игры. Угу. Окей. Ну, давайте-ка начнем с первого сезона, почему бы и нет. Итак, о, это прям очень прикольно. Это самая прикольная часть, мне кажется. Я вот в эту часть тоже играл, и мне прям капец как нравится. Только тут надо сейчас... все звезды нам собирать. Вот, это, между прочим, не так уж и легко. Кстати, так, тихо-тихо-тихо. Смотрите, мы можем с помощью вот этого ящика собирать. Вот так, все, изи-пизи. Идем дальше. Так, собираем. Тут мы не допрыгнем, надо, ребят, разгоняться и прям... сразу-таки допрыгивать. Вот так вот, так. Можем уничтожить. Есть. Хорошо. Так, ящичек. Опа. Чекпоинт. Есть такое дело. Вроде как, ребят, у нас тут получается на изи проходить сейчас. Опаньки. Все. Прошли. Прыжочек. Ой-ой-ой. Вот это прям нехорошо. Ну ладно, ничего страшного. Возвращаемся, берем и идем. Обратненько. Есть. Так. Вот так вот. О, смотрите, что тут нам надо делать. Короче, надо сделать так, чтобы наш камень разгонялся по полной программе. Так, останавливаемся здесь. Вот так вот. Сейчас главное не остаться там. И не раздавиться. И вроде как все. Есть. Еще, ребят, смотрите, что нам надо делать. Нам надо сделать прям очень крупный прыжочек. Давайте-ка попробуем.
Опа, есть. Все звезды собрали, и это у нас, ребят, получается второй раунд, да? Окей. Так, ну давайте-ка попробуем этот раунд тоже пройти. Так, главное тут нам допрыгивать до этой штуки. А это надо сделать вот так, да, я так понимаю. Окей. Еще один прыжочек. Да, вроде как у нас все получился. Так, мостик. Ой-ой-ой. Я там пропустил звезду. Вот так. Прыжок. Есть такое дело. Хорошо. Ой. Как-то жестко. Есть такое дело. Так. А, смотрите, что тут нам надо делать. Короче, надо камень закидывать вот в эту дырочку. Надеюсь, что камень сам по себе сейчас пойдет, да? Да, ребят, камень сам по себе пошел. Так, и надо вот, собственно... Так. Ой-ой-ой. А, все. Получился. Надо вот ящичек докатить до вот сюда. Хорошо. Ну и вроде как сейчас должны просто допрыгнуть. Вот так вот. Все. Прошли. Окей, идем дальше. Следующая игрушечка у нас Red Ball 3. Посмотрим, что тут у нас. Тут у нас какая-то история, типа украли нашу подружку нашего красного шарика. И мы сейчас должны попытаться ее спасти. Кстати, вот что эта кнопка делает, я не знаю. Эта кнопка почти во всех играх есть. Ну, что-то непонятно. Кстати, мне кажется, или мы в эту игрушечку уже поиграли? Вроде как уже поиграли, ребята, в эту игрушечку. Может, в другом графике, но вот в ту же самую игрушечку мы уже поиграли. Лол. Вот напишите в комментариях, что вы думаете. Так, прыжочек. Ой, не дотянулись. Но этот прям немножко потруднее получается, да? Ну как немного, этот прям вообще потруднее. Так, прыжок, хорошо, окей. Давайте-ка на этот раз немножко поближе поставим. Вот так вот, допустим. И сделаем, ребята, еще прыжок, чтобы уж прям наверняка дойти. Вот так. Так, хорошо. Давайте-ка сейчас вот сюда берем, ребят, нашу звезду. Но тут, смотрите, только 3 звезды надо собирать, и, в принципе, все. Вот. Да, ребят, это тот же самый, это та же самая игра. Офигеть. Ну, в чем прикол? Почему тут 2 разные игры с одинаковыми, получается, геймплеями? Как-то странно, ребят. Так. Ой-ой, не допрыгнули. Кстати, какая это была игрушечка? Я что-то забыл прям совсем. У нас, в принципе, тут игры вот этот, да, что ли? Или нет? Это не тот, вроде как. Может, вот этот? Да, ребят, это вроде как та же самая игрушечка. Да, только в другом графике. Вот Red Ball 3 и Red Ball 3. Ну, в принципе, название тоже одинаковое, но только, я так понимаю, от разных разработчиков или просто, ну, не знаю, от одного разработчика просто разные игры. Вот, типа обновление, что ли, не знаю, в новом графике. Короче, ладно, идем дальше, и наша последняя игрушка, это у нас... Игра Red Ball 4. Тут тоже, ребята, очень прям прикольная ситуация. Ну и давайте-ка посмотрим, что тут нам будет ждать. Лол. Так, неужели это та же самая игра? Red Ball 4. Че это за фигня? Почему в App Store вот такая каша происходит, ребят? Вот почему? Скажите мне, пожалуйста. Вот в эту игрушечку мы только что играли. Но только, опять-таки, от другого разработчика, скорее всего. Лол. Ладно. Так, тихо. Ладно, давайте-ка немножко хотя бы постараемся тут проходить. Вот. Ну, блин, это прям не очень-то хорошо, потому что, ну, как бы, в App Store должно было быть все прям классно. Да, я думал, что это так. До сих пор. Вот, хотя мы и в прошлой серии еще одну игру тестировали, Hill'em Climb, которая была создана хрен его знает как.
ну, как получается, какое-то приложение, что ли, которое, собственно, можно было скопировать, вот, и вообще нельзя было играть. Вот, а вот после вот этой игры я уже убедился, что все конкретно прям очень плохо. Две одинаковые игры в App Store. Какого фига? Так, опа, ой-ой-ой, не-не-не-не-не. И мы сдохли. Надо, скорее всего, от чекпоинта начать, да? Да. Так, а можно рестартнуть? Так, стоп. О, блин, с самого начала начинаем. Это жестко. Ладно, ребята, думаю, на этом уже пора заканчивать наш сегодняшний ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал, а также написать в комментариях, какая игра из этих 8 вам нравится больше. Так что буду нестерпением ждать. Ну, а с вами был Бес. Всем удачи, ребята. Всем пока.